Премьер-министр. Зачем? Дамы приглашают кавалеров. Я думаю, что по чашечку бодрящего кофе можно на кухне подойти к любимой женщине, обнять ее и сказать: дорогая, Казахстан, давай-ка я потанцую с тобой. Ей часто снится по ночам один и тот же сон. Зима и станции метро, полупустой вагон. Она садится в уголок и достает роман, словно прячется в книжный туман. На миг подняв глаза, она увидит блеск огней, и он сидит напротив, молча улыбаясь ей. Она беспечно улыбается ему в ответ, только сердце опять шепчет «нет». Все вместе! Нет. Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. И пускай лучше сердце не занято будет. Он выйдет где-то по пути из темноты на свет. Она останется и даже не посмотрит вслед. Она уже такая взрослая для глупых слез, и не может быть это всерьез. Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. Пускай лучше сердце не занято будет никем. Но летят словно птицы года, и не встретится им никогда. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем? Объяснит никто. Так много в жизни было встреч, да только все не то. Она сейчас лишь поняла, увидев тот же сон, что, наверное, это был он. Был он.